девочка спит и видит сны, в них предчувствие весны, в них прекрасные деревья и красивые цветы. Птички там летают, та-та-та-та-та-та. Люська спит и видит сны, Люська думает о том, как однажды вдруг она снова встретится с котом огромным рыжим, таким прекрасным, и будут вместе. Они есть корм на кухне, есть корм. Люська спит и видит сон днем, какой-то странный дом. В этом доме кто-то есть, тот, кого так хочется съесть. Люська знает, что сейчас наступает обедочас, значит, нужно грызть монитор, тогда дадут ей вкусного чего-то. Кушать Люське так охота, и неважно кого и чего-то. Люська любит есть, Люська любит есть и спит. Люська тихо спит, Люська тихо спит, и что-то там сопит.